Выступление имперского русского балета было последним в череде вечеров юбилейного музыкального фестиваля «Мир, эпоха, имена». Московская балетная труппа под руководством Гедемина Таранды показала «Дон Кихота». На протяжении всей истории культурной жизни Ульяновска балет был и остается любимым видом музыкально-театрального искусства. Он всегда собирал полные залы. Воскресный вечер не стал исключением. В качестве почетного гостя на представление был приглашен главный редактор газеты «Музыкальное обозрение» Андрей Устинов. Сегодня очень символично, что фестиваль завершается Дон Кихотом. Он тоже боролся за справедливость, только почитайте, какими способами. И какой это был человек? Это был человек святой, это человек был искренний, это человек был добрый и двигала им исключительно любовь. Вот это вот, вероятно, только с таким сердцем и можно делать какие-то дела. Это страшно сложно. Один из самых популярных классических балетов «Дон Кихот» был создан во второй половине XIX века композитором Людвигом Минкусом и блестящим балетмейстером Мариусом Петипа. В редакции художественного руководителя труппы Гедемина Таранды подчеркнуты сюжетные моменты спектакля и усилена роль актерской игры. У каждого есть своя роль в этом спектакле. То есть, и поэтому это очень важно. Другие театры сейчас отошли от таких мелких мизансцен драматических. Да? Мы умудрились это сохранить, принесли это из Большого театра и культивируем наши труппы. Все это вместе с богатыми костюмами, яркими декорациями и несмолкающей музыкой превратили большой зал Ленинского мемориала в оживленную испанскую улочку XIX века. Так один из лучших балетных коллективов России поставил красивый финальный аккорд 55-го международного музыкального фестиваля. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.